Что ж, еще раз приветствую всех. Интересное противостояние ждет девушек. И действительно, я очень давно наблюдаю за Мишель Уотерсон. Вот. И поэтому, наверное, и за Мишель Уотерсон по большей части мне и интересен этот поединок. Вот, Мишель Уотерсон, ну, я думаю, многие ее прекрасно знают. Давно выступает со многими топовыми девушками, попередралась, да. Последнее поражение, кстати, от Марины Родригес, с Анджелой Хилл также встречалась. Да вообще у ней топовая позиция среди девушек была. Да, в основном топовая позиция, она проигрывает, но неплохо себя смотрится, неплохо так себя показывает. Да, я считаю ее уверенно такой крепкой, можно сказать, крепким очень средняком, да, в категории девушек. Аманда Лемас проиграла свой последний поединок Джессике Андраде. И, кстати, многие говорили, что у Лемас все шансы. Я вообще не видел, за счет чего у нее шансы есть. С Андраде давал прогноз на, по-моему, как раз-таки на досрочку от Андраде, если не ошибаюсь. Вот. И как бы уверенно оно прошло. Потому что я сказал, что Лемас, девушка, она неплохая, навыки неплохие. Есть удар, но Джессика Андраде — это все так-то другой уровень. И так оно, в принципе, и сложилось. С Анджелой Хилл, вот. Здесь ключом, наверное, поединок будет с Анджелой Хилл. Я ожидал своего рода небольшой доминации от Лемас на Анджела Хилл. Этого не произошло. И довольно неуверенно она вообще забрала то противостояние. И, честно говоря, вообще могли отдать в любую сторону. Ну, наверное, из-за того, что Анджела Хилл особо никому не интересна. Поэтому и отдали Лемас даже вот так вот, я бы сказал. Вот. Здесь же она снова предстает за коэффициент 1.32-1.35 от силы на контурах. Согласен ли я с тем, что Уотерсон идет за 3-3,5? Наверное, нет. Потому что все так-то в стойке. Я считаю, что у Уотерсон нет такого панча. Но в плане там попробовать что-нибудь перестрелять, перетыкать, такие варианты нельзя исключать. И, конечно, в принципе, тут победа Лемас просматривается, и шансов у нее реально побольше. Но не будем забывать, кто такая Мишель Уотерсон и что она может показать в октагоне. А Лемас своими крайними двумя поединками, ну, если с Андраде это ожидаемо для меня было, то с Анджелой Хилл нет. И я думаю, что Уотерсон может составить не меньшую конкуренцию, чем у Лемас был поединок с Хилл. Вот. Потому что Уотерсон побеждала в свое время Хилл. Не сказать, что тоже прям мега уверенно. В общем, как вариант, я не хочу за такой коэффициент рассматривать, в принципе, здесь победу Лемас. Две ставочки. Если не хотите лезть в поединок девушек, потому что всегда есть риск, не лезьте. Это мои мысли такие. Полная дистанция. Если рассматривать Лемас, то только за судейское решение. Там 2.1 и 2.2. Меньший коэффициент тут не стоит рассматривать, да. И, в принципе, Уотерсон в каком-то плане мне нравится как андердог. Хотя я понимаю, что шансов и побольше у Лемас. Но это все мои мысли по данному противостоянию. Я не хочу в него... Я попробовал в него углубиться, но тут реально для прогнозов очень тяжело. Наверное, больше будет интереснее понаблюдать. Вот. И поболеть, наверное, все-таки за Уотерсон. Вот. Ну, на этом у меня все. До новых встреч, до новых прогнозов. Выделите свое мнение в комментариях. Что вы думаете по данному противостоянию? Интересно услышать также и ваше мнение.